Лепшую доброахвотную дружину выбрали у Гродня. Районный этап огляду конкурсу сярод дружинников прошел на базе Ленинского РАУС. Сёлета за звание пераможцы змагаліся 7 команд. Представники предприемств и организаций города, а так само студенты. Наша команда Гродненского государственного университета имени Яна Купала, юридический факультет, участвуем в данном мероприятии. Мы уже второй год. Готовимся мы к этому, как получаем извещение. Сразу же мы ходим в общество Красного Креста, там оказываем первую помощь. Потом мы ходим в ЦИР, стреляем и, соответственно, изучаем законодательство, это гражданский кодекс об административных правонарушениях, а также закон об охране правопорядка. Команда наша занимается тренировками оказания первой помощи, физической подготовкой, медицинской подготовкой, стрельбой. Мы готовим постоянными занятиями, постоянными тренировками. Порядок должен быть не только в связи, но и на улицах города. Удельники доброахвотных дружин спаборничали на теоретичных и практичных этапах. Одним из наиболее складанных выпробований была стрельба с пневматичной винтовки по мишени. Каждый удельник команды провел по 3 пробные и 5 основных стрелов с отлеглости у 10 метров. А так само дружинники спаборничали у оказания первой медицинской допомоги. Навыки врятования життя оценивали представники Белорусского Червоного Крыжа. Все команды справились на выдатно. В конкурсе принимали наиболее лучшие, отличившиеся в течение года дружинники. Они показали все свои возможности, мастерство, компетентность, профессионализм. В целом добровольные дружины оказывают органам внутренних дел постоянно неоценимую помощь в различных сферах деятельности. В первую очередь они несут службу по охране общественного порядка вместе с сотрудниками милиции. Они активно помогают нам в профилактической работе с пожилыми гражданами, с несовершеннолетними нашим подрастающим поколением. Поэтому их помощь неоценима. И по выниках огляду конкурсу, яго пераможцам стала команда юридичного факультета Купаловского университета. Менавіта яна будзе представлять Ленинский район Гродна на областном этапе спаборніцтваў доброахвотных дружин.